Сергей Семенов вышел на свободу незаконно. Он вернется обратно в тюрьму? Диана Шурыгина снова пришла на «Пусть говорят». Готов узнать всю правду? Ставь лайк, ведь мы уже начинаем! Всем привет! Вы на канале YouTube Тренды. Как и год назад, главным инфоповодом начала года стала Шурыгина. В этот понедельник ТВ-зрители могли наблюдать целых две серии этого сериала. В ток-шоу прямой эфир пришел Сергей Семенов, а уже через час на Первом канале в «Пусть говорят» бомбила Диана Шурыгина. Чтобы ты не потерял свой рассудок и два часа времени, я очень коротко расскажу, что там происходило. ТВ-боссы уже забанили немало видео, где обсуждаются эфиры, поэтому в этом ролике я не буду использовать фрагменты шоу. Начнем с Сергея Семенова. Парень год отсидел в тюрьме и вышел досрочно. Конечно, все ждали, что он придет к Малахову, чтобы дать интервью и рассказать свою правду. Семенов согласен, что на той вечеринке он совершил ошибку, но решение суда не признает. То есть, по его версии, связь с Шурыгиной была по обоюдному согласию. Поэтому он не хочет извиняться перед Дианой. Другим парням Сергей пожелал держать себя в руках и лучше выбирать компанию для общения. Зал возмущался тем, что Семенов сломал Шурыгиной жизнь, а себя выставляет героем. А тот факт, что Семенов занимался благотворительностью, приняли как способ быстрее выйти из тюрьмы. Забавно, что ведущий шоу Андрей Малахов быстро переобулся. Еще летом он как мог пиарил Шурыгину, а сейчас, показывая развратные кадры со своего канала, презирал Диану и был добр к Сергею. И самое смешное, Семенову предложили прекратить создавать хайп вокруг этой всей истории. Вот это поворот! А ты как думаешь, кто виноват в хайпе, Семенов или Шурыгина? Или, может быть, «Пусть говорят»? Уже вскоре ты узнаешь, почему Семенов вышел на свободу незаконно. Хочет ли Шурыгина вернуть его обратно в тюрьму? А сейчас ты видишь, как мой друг играет в War Thunder. В этой игре за 10 минут боя ты успеешь полетать на самолете, давить врагов, сидя в мощном танке, а если захочешь, еще и снести пару домов. Ссылку с подарком ты найдешь в описании под этим видео. Пока Семенов сидел в камере, Диану окружали телекамеры. Такой инфоповод, как выход ее насильника из тюрьмы, она точно не могла пропустить. Как ты понял, Шурыгина снова стала героиней «Пусть говорят». С первых минут стало понятно, что новый ведущий Дмитрий Борисов не вывозит это шоу. Он не умеет разводить на хайп. Хороших реакций Шурыгиной было очень мало. Половина выпуска вообще состояла из отрывков предыдущих эпизодов «Пусть говорят» и роликов интервью. В общем, проще посмотреть наше видео или Соболева. Формат ничем не отличается. Итак, на «Пусть говорят» пришла Шурыгина, ее мама и адвокат, которая заявила, что Семенов вышел на свободу незаконно. Якобы семью Шурыгиной должны были уведомить о том, что Сергей хочет выйти досрочно. Конечно, мама Дианы была в шоке от этого. Она провела свое расследование и считает, что Семенов намеренно заманил Диану, чтобы изнасиловать. Потом постирал одежду и пытался уйти от ответственности. Какова реакция Дианы на то, что Сергей вышел так рано? Девушка была удивлена, что он отсидел всего год. Но Диана повзрослела, поэтому ей уже все равно на эту историю. Шурыгина не жаждет посадить его обратно, но хочет, чтобы он осознал все и признал свою вину, а не считал себя героем. Шурыгина считает, что ее хейтит, потому что люди боятся изменить свое мнение. В конце шоу она разрешила Семенову пожить на свободе. Девушка несколько раз лежала в психбольнице, поэтому сложно воспринимать ее речь всерьез. Диана попала в психбольницу 11 апреля, у девушки может быть расстройство психики. В конце шоу ее так достали с дурацкими вопросами, что она встала и ушла за кулисы. Так что даже сама Шурыгина поняла, что от нее хотят только хайпа и зрелищного шоу. Пиши в комментариях, смотрел ли ты шоу. Прошел год, ты изменил свое мнение по поводу Дианы и Сергея? Семенов начинает новую жизнь. Надеюсь, это последний ролик по этому поводу, так как уже хочется рассказать о других новостях YouTube. Напоминаю, что крутые танчики на твоем экране — игра War Thunder. Смотришь это видео с компьютера? Круто! Ты можешь скачать War Thunder прямо сейчас. Загляни в описание, там секретная ссылка, кликни по ней и получи подарок. Инфоповод Шурыгиной подошел к концу.
Ставь лайк, если рад. От вашего мнения зависит, о чем я буду снимать дальше. Спасибо тем, кто репостит видео в социальных сетях. Вы реально лучшие. Передаю вам большой привет. Ты тоже можешь поделиться этим видео во ВКонтакте. Будь в тренде и пока.